Так, сегодня 11 октября 2020 года, приехали сдавать автомобиль в ремонт по направлению от страховой гайда. Автоцентр называется Бикар. Еще один полфакер. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы по направлению приехали от страховой компании. На ремонт или да, на осмотр? Да, на ремонт. На сколько вы записаны? На 12 часов. Вы ее оставите? А? Оставить что-нибудь хотите ее? Так мы в ремонт приехали ее сдавать. Пока не в ремонт. Потом вот тебе салатик вообще все заказать. По закону, если выдается направление, то соглашение достигнут трехстороннее между потерпевшим, между страховой и СТОшкой. Я вас, направление выдано. Я вас возьму только на ответственное хранение. Пока согласования из общества не будет, в ремонте речи не идет. Мы, у вас согласование страховой. Мы сдаем в ремонт компанию. В ремонт я не приму решение. Только на ответственное хранение. Да, в ремонт нет. На ответственное хранение, пожалуйста. Хорошо. Вот, я могу ее сейчас посмотреть, осмотреть машину. И отдать вам ее обратно. Пока будет согласование, пока заказ в общества, можете эксплуатировать. Либо нам не надо эксплуатировать, мы ее сдаем в ремонт. В ремонт вы отказываетесь. Ремонт я не понял. Вы можете ее здесь на парковке оставить. Я ее смотрю и оставлю ее здесь. Нет. Зачем нам на парковке? Мы ее приехали сдавать в ремонт. Я вам говорю, что пока нету согласования, пока нету запчастей. Но это же не проблема потерпеть. О ремонте речь не идет. Пока я не знаю сумму ремонта, пока я не получил согласование с страховой компанией, не знаю сроков поставки деталей, о ремонте вообще речь не идет. В ремонт вы отказываетесь? Вы нам можете какой-то документ выдать, что нет. Только на словах, да? Да. Все, хорошо, спасибо. Мы еще нет согласования не получили от страховой. Как я могу вас принять машину? Так вы сказать, что я вам через 30 дней дам отремонтированный автомобиль, когда я даже не знаю, хватит там 400 тысяч на ремонт этого. Смотрите, автомобиля. Вы рассказываете мне о своих проблемах. Зачем? Ну, я вам все скажу. Все, сегодня вы его в ремонт не примете, да? Нет. Хорошо, ладно.